центре внимания инспекторов ГАИ дети до 12 лет в машине. Республиканская акция в рамках Единого дня безопасности «Сделаем лето безопасным месте» направлена на нас, взрослых, чтобы мы к перевозке своих малышей относились ответственно. К профилактике подключились и специалисты регионального центра правовой информации Брестской области. Сегодня очень актуальный вопрос в обществе – это правила перевозки детей в автомобилях, в удерживающих устройствах, соответственно, их росту, весу, комплекции. Это ответственность за наше будущее, за детей. И также мы напоминаем еще раз детям о правилах перехода дороги, впереди длинные летние каникулы. И им это как никогда надо знать. За добросовестное и ответственное отношение к собственным детям сотрудники госавтоинспекции Центра правовой информации Брестской области дарили детям памятки и ценные подарки. Это очень хорошая акция. Ну, они должны проходить, потому что все-таки сейчас каникулы. Деток надо на 100% обезопасить от машин, там, от невнимательных водителей. Вот, ну, чтобы дети наши были в безопасности на самом деле. Напомним, что перевозить в машине ребенка до 12 лет можно только при наличии специальных бустерных кресел, которые соответствуют весу и росту ребенка, а также других средств, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. В случае нарушения установленных правил придется нести ответственность, если не перед госавтоинспекцией, то и перед собственной совестью, когда случится трагедия. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без вышеуказанных устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. За нарушение правил перевозки юных пассажиров в транспортном средстве предусмотрена ответственность в виде предупреждения, а также наложение штрафа в размере до 4 базовых величин. Штраф – самое малое и безобидное, что может произойти в случае нарушения перевозки несовершеннолетнего. И именно мы, взрослые, отвечаем за своих детей.